Доброе утро! А мы уже едем в садик. Анташ, иди фотографироваться. Трава мокрая, да, роса сильнющая. Держи аккуратно. Это моя поделка. Угу. Становись сюда, да, куст. Сейчас. Все, мы уже приехали. Антон Сергеевич. Анташек, я тебя люблю. Все, я за тобой приеду в 11. Все, Афонь, теперь тебя везем. Да. Антон пошел наш, да? Теперь этого мальчика везем. Он улыбается у нас. Забыл улыбнуться. Печенье. Печенье? Ну а что ты не взял? Забыл. Я еду за Антохой. Гляньте, тут встретила черная кошка или кот, и белая чисто. Гляньте, как круто, да? Кс-кс-кс-кс. Что-то они там делают. Ой. Осталось только сфотографировать мимишек вчерашних, них, которых я делаю до часу ночи. Вот сейчас буду этим заниматься. Я сейчас привезла Антоху, быстренько приготовила обед нам. Это картошка с мясом и с солеными огурчиками. Ну не прям быстро, это 1 минута. Ну конечно, но картошку-то долго чистить. Вот так. Теперь это нужно все так же быстро съесть и ехать на танцы. Вот этому человеку, а вот этому в школу. Мам, да. А может вы привезете одежду? Риша, успокойся, я тебя заберу, ты переоденешься. Просто с Роди пойти хотелось. Зайка, ты и так все не успеешь. Не переживай, все хорошо. Все, я тебя заберу. Ну иди только домой, Гриш. А, да ладно, мы все завели. Хорошо. А где ты меня, здесь возле школы? Ну здесь же, возле школы. Ну, Ли, давай это возле Дома культуры, что ли? Так, Зай, здесь нормально, давай. Возле Дома культуры, короче. Мне пойти хочется просто. Гриш. Ладно, пока. У нас еще новый пассажир. Пассажиры. Пока. Сейчас Антоша на танцы. А Александр со мной сегодня. Ну, на часик. Не знаю, видно ли вам, но здесь столько мошек летают. То есть, знаете, такое бабье лето. Все на солнышко повылетали. Смотрим Сайбелей. Смотрим в Египте. Это потрясающее красивое Красное море. Я тоже хочу. Мам, ты хочешь? Конечно, завтра не в Египет. Папу берем. Папы, да, у него сразу страх того, что еда не подойдет, да? Расстройство желудка. Так, и при этом вяжем петрушку. Да, засайбили. Что, они заболели, да? Дети собираются на день рождения. Все? Подожди, это какой размер? 146-й. Это мой? Угу. Убрали у нас подсолнечник. Теперь вот кто кому надо, собирают. Призма. Как это называется? Потери. Вот. Короче. Ну, один только пока человек, может, другие не знают, или другим семечки не нужны. Просто когда тут кукуруза была, то тут очень много было людей, и собирали кукурузу долго. А я сейчас везу детей на день рождения, и сама к 6 часам еду на брови. Хочу себе сделать пудровое напыление, по-моему, это называется. В общем, когда подстригала детей, я уже давно хотела, но все как-то вот не знаю. А тут Риша, как раз сидела... О, заяц. Как раз сидела, пока ждала, пока 3 мальчишек подстригут, то и сразу тут же у девочки записалась. Ну, у Артура и тогда мамы. Уже назад, да, у Артура мамы, и назад уже дороги нет, поэтому пойду. Посмотрим, что это будет. У меня как бы волосы-то на бровях есть, но хотелось бы цвета именно добавить. Риш, авария! Ну вот, на мой взгляд, они нормальной формы, но вот только цвета им не хватает. Вот опять красота. Гляньте, какой закат красивый, как лучи. Вы видите? Стой. Гриш, ты видишь, как лучи красиво пробиваются? Гриш! Яша!
Где Ульяша? Привет! Танцуем, давай танцевать. Да. Сейчас пойдем. Ты моя красавица. Ух ты! Праздника. Как вы думаете, что? Хотела показать свои брови. По болевым ощущениям могу сказать, такое ощущение, как будто берешь иголку и царапаешь себе по коже с небольшим усилием. В общем, как будто тебя царапают. Потом посмотрим, как они будут заживать. Сейчас вот дети в камеру рассматривают. Ну, в общем, я теперь хожу с таким лицом. А тетя Вере пришла ткань. Это твои трусы? Они не светятся, вроде, не тонкая, нормально? Нет, так она потрогала, какая мягкая. Не, ну я ж потрогала, какая. Вот еще, да, как это называется? Интерлок? Интерлок, а вот это. Знаете, какие яркие цвета, да? Это съездка, да? Это съездка. Это кому? Хутор поплотнее, да. Хутор, вот. Так мне нравится. Ой, зонтики прям... вообще классные. Так они такие яркие краски. Вот как на фотке, такое пришло. То есть вообще не... Ну да, это хорошая девочка. Здесь, да? Там используют всякие эти. Ну да, ну есть, как и я. Как и я это делаю. А вот живые цвета, то есть на живую, они вообще такие яркие. Вот это будет шапочка и смотри. И это будет тоже шапочка и Да. Я бы тоже с такой носила. Смурфик. Не, ну смысл красивый. Вот это не друзья, это мне хоть футболка. Ну и тут хватит и на все. Маечка можно на бретельках и трусики, да? Это дядя.